За несколько часов из Усть-Каменогорска вывезли 224 тонны мусора. Так, на востоке страны поддержали республиканскую акцию «Бірге та за Қазақстан». На эко-субботники вышли больше 12 тысяч горожан, желающих принять участие в благоустройстве городских территорий. Вот так мы делаем город чище. Экосубботнику в Усть-Каменогорске не помешала даже погода. Горожан она не смутила. Пример того, как нужно убирать территорию, показали первые руководители региона, в том числе заместитель акима области Ерлана Имукашев. Строгие костюмы чиновники сменили на спортивные. Сделать город чище решили и работники 140 промышленных предприятий. Восточный Казахстан очень богатый регион в плане природы. Мы очень любим этот край. Естественно, мы не могли не откликнуться на эту акцию. И с радостью вышли работники сегодня, несмотря на то, что сегодня выходной день, погода как бы нам помогает, и поэтому мы с радостью вышли и поддержали эту акцию сегодня. Даже в выходной день экологическая акция стала массовой. Очистить от мусора берега рек, а также заняться благоустройством пляжей и дворов своих сел и микрорайонов решились больше 33 тысяч восточно-казахстанцев. После людей остается очень много мусора, и этот мусор нужно убирать кому-то. И сегодня вот эта акция просто это спасение для данной зоны отдыха. Может быть, как-то до людей дойдет, что вот здесь раз чисто, значит и должно оставаться чисто, что нужно поддерживать эту чистоту. Совместный труд объединяет уборку территории. Активная молодежь превратила в соревновательный процесс. За спортинвентарь сгодились подручные инструменты. Вячеслав Фитлугин, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар 24.